В администрации района по предложению правительства Ленинградской области проводится встреча, посвященная функционированию и развитию системы здравоохранения Кингисеппского района. Позвольте представить президиум. Это глава города Кингисеппа и глава Кингисеппского района Александр Иванович Сергеев. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Беликжанин Сергей Валентинович. Заместитель главы района, главный врач Кингисеппской межрайонной больницы Соболев Сергей Геннадьевич. В зале присутствуют депутаты Кингисеппского городского и районного советов, руководители и старосты сельских поселений, представители образования, социальной защиты, общественные организации и ветеранские в том числе, а также медицинские работники. И позвольте предоставить слово главе Кингисеппского района Сергееву Александру Ивановичу. Уважаемые коллеги, гости, Сергей Валентинович, Сергей Геннадьевич, Светлана Ивановна. Сегодня действительно проходит серьезное мероприятие в рамках администрации, в здании администрации, в здании совета. Оно направлено на выяснение очень важных вопросов, потому что здоровье нации – это было важным и остается важным. Те сами граждане, которые доверяют депутатам всех уровней решать те вопросы и задачи, которые перед ними стоят. Поэтому правильно ориентирует сегодня исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области, наш земляк Александр Юрьевич Дрозденко, свое правительство, для того, чтобы понимать и знать те проблемы, которые сегодня стоят перед медициной, которые необходимо решать. Для этого нужно встречаться с гражданами, встречаться с депутатским корпусом, встречаться с представителями общественности, с представителями различных других общественных организаций, которые сегодня вот на этой встрече, я уверен, очень много полезного и важного выскажут очень уважаемому представителю, руководителю одного из главных комитетов, как я уже заметил в своем предшествующем выступлении, комитете по здравоохранению правительства Ленинградской области, Сергей Валентинович. Я желаю вам, чтобы вы сегодня терпеливо выслушали все то, что наболевшее у наших горожан. И к этим предложениям, замечаниям, высказываниям отнестись с должным вниманием, чтобы потом реализовывать нам вместе с вами здесь на месте в городе Кингисеппе и Кингисеппском районе, в других муниципальных образованиях, ту программу, которая будет выработана, я так понимаю, в результате вот этих встреч. Слово предоставляется Сергею Валентиновичу Беликжанину, руководителю системы здравоохранения Ленинградской области. Сейчас Александр Иванович сказал, на самом деле, в своем выступлении несколько очень-очень-очень важных вещей. Во-первых, отрасль здравоохранения действительно сравнивают по двум таким основным направлениям. Одно направление, оно традиционно считается медицинским, это показатель смертности. Несмотря на то, что вклад медицины, вклад здравоохранения, переливы от 20% где-нибудь в европейских странах до 60% в странах Центральной Африки, у нас этот вклад около 30-35% вклад здравоохранения непосредственной системы. Но это очень существенный вклад, и мы традиционно считаем вот этот показатель для себя очень важным. Второе, что нас очень волнует, и проблемы, которые вот в этом направлении есть, мы должны будем решить в ближайшие годы и должны добиться действительно существенных результатов. Это то, что называется, как и мне не очень нравится слово, удовлетворенность населения. На самом деле это ощущение вообще людей, хорошая медицина или не очень хорошая медицина. А что было за последние годы сделано, как вообще отрасль здравоохранения развивалась? Мы не случайно встречаемся с населением. Конечно, у нас есть стратегическое видение, понимание, что мы должны делать в первую очередь. Но вот как это делать, из чего начать, что все-таки приоритетно? Ведь мы понятно, что в правительстве видим жизнь населения,
очень часто глазами главного врача или руководителей там, муниципальных районов. Конечно, хочется ваше мнение тоже знать, что же первично, что же вторично, или удостовериться в том, что видение у нас Кингисеппского района одинаково. Примерно в 2008 году, когда, опять же, федеральное правительство открыло сразу несколько программ, вы о них все слышали, программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ДТП, с онкологическими заболеваниями. И на эти программы еще как бы сверху была нанизана программа модернизации здравоохранения. Это очень серьезное вложение, 460 миллиардов российских рублей, а значит 2,5 миллиарда в Ленинградскую область, из федерации только пришло. Эти существенные вложения, а направлены они были прежде всего, так случилось, такой посыл был направлен прежде всего в стационары. Вот эти вложения, они позволили создать центры, внедрить технологию. Мы увеличили количество высокотехнологичных операций, они стали рутинными уже. Почти в каждой больнице у нас пересаживают тазобедренные суставы, эндопротезируют. У нас тысячи операций по стентированию коронарному. Вот это все привело к тому, что смертность у нас в Ленинградской области снизилась на 30%. Осталась одна очень-очень-очень большая беда, которая называется очереди в поликлиниках. По развитию Кингисеппского района, естественно, мы должны идти по пути максимального приближения первичной помощи, помощи врача общей практики или семейного врача, там, как хотите, участкового терапевта его назовите, а к месту проживания, потому что подавляющее большинство вопросов должен и может решать участковый терапевт, врач общей практики. Мы раздаем приборы измерения давления, сигнал из которых приходит прямо на компьютер участкового врача. 400 человек, находясь так на наблюдении, просто врач видит, у его ног хорошее давление, это принимает таблетки, это принимает, это не принимает, идет созвон и идет наблюдение. То есть мы этот проект запустим на всю область, у него нет нигде в стране, поэтому мы для всей страны сейчас работаем. Это важно. Кроме того, для тех людей, которые готовы измерять давление, которые готовы сотрудничать со здравоохранением, как бы чего греха таить, но не очень наши люди, есть такое понятие приверженность к лечению. Мы для этих людей запускаем пилотный проект по обеспечению лекарственными препаратами от давления. И еще одна такая очень-очень важная вещь. У нас скорая помощь. Поскольку врачи участковые не работают так, как должно, а мы для того, чтобы они работали как должны, мы сейчас наладили еженедельный мониторинг. Скорая помощь должна заниматься тем, чем она должна заниматься. Она должна спасать жизнь при жизнеугрожающих состояниях. Ну а самое главное, очень много людей. У нас нуждается в неотложной помощи. У нас 80% вызовов скорой – это неотложная помощь. Но для таких людей мы должны обеспечить возможность куда-то обратиться. Куда? В поликлинику не надо. Не надо создавать очередь и так далее. На скорую еще рано. Смысла никакого нету. А это называется отделение неотложной помощи. Мы сейчас в каждом приемном отделении, в больших больницах, будем создавать отделение неотложной помощи. Подытоживая такое вот достаточно общее выступление, я хочу сказать, что самое главное, что мы сейчас будем делать, это, если говорить о материале, ремонтировать первичное звено, приобретать оборудование, чтобы все, что касается диспансеризации, выполнялось здесь в районах. Мы будем строить ФАПы-амбулатории на селе, причем не только большие, но и маленькие. Вот это кратко. Что мы собираемся и планируем делать, а что мы будем конкретно делать в Кингисеппском районе, давайте с вами обсудим. Забыли о нашем морге. Еще когда я работала, мне уже 87 будет, представляете, когда я работала, столько вопросов задавала именно про наш морг на партийных собраниях. И ваш предшественник, кстати, года 3 тому назад, что-то часто вы меняетесь, я прошу прощения. Он сказал прямо, однозначно, и в газете было написано, что мы уже место нашли для морга,
А что его искать-то? У нас есть свой морг. Расширьте его на нашем же больничном учреждении. Понимаете? Когда говорят плохо о медицине, мне почему-то, знаете, делается самой плохо, потому что это моя родная медицина, где я отдала больше половины жизни. Если когда мы сейчас очень часто хороним, я руковожу ветеранами войны, которые работали в войну, нам всем далеко за 80, и хороним мы, естественно, часто. И когда видишь вот эту картинку, убожество. Где убожество, иначе не назовешь, потому что прямо голенькая лежит она, а мы хотим посмотреть, куда смотреть-то. Когда они выносят, уже одевают здесь в коридоре, там места не надо искать совершенно. Там есть вокруг. Только расширить вот это здание. Сейчас так выделим. Строительство морга категорически поддерживают, потому что у нас по всем районам крайне тяжелая ситуация в этом. Никогда до этого не доходили руки. Значит, строительство морга поддерживают. Значит, на каком этапе находится вопрос? Земельный участок найден, определен. Никаких проблем в этом нет. Проект готов, подготовлен полностью и прошел государственную экспертизу. Значит, что мы сейчас делаем? Сейчас комитет по здравоохранению вносит изменения. Ну, есть у нас программа развития здравоохранения, там все прописано. Вот мы сейчас вносим изменения в программу развития здравоохранения и совместно с комитетом по строительству, ну, строители будут строить, не мы, естественно, наша задача будет контролировать. Будем... То есть приступим к стройке. Единственное, нам какой вопрос нужно будет со строителями решить. То есть там аукцион нужно как бы провести. В принципе, осталось дело техники. Что, я читаю вопрос. Когда в Кингисеппе будет восстановлен врач по инвалидам-ликвидаторам ЧС? Здесь должен ответственное лицо быть, отдельный врач, должен быть ответственный сотрудник. А в любом случае чернобыльцам необходимо обследование, наблюдение и так далее. Под пристальным наблюдением, конечно, выйдем отлично. Ну, постарайтесь сейчас при нашем дефиците все-таки найти ответственного доктора, который будет за вами следить. Ну да, взаимодействовать, да. Когда возобновятся обследования в клинике МЧС в Санкт-Петербурге, которую устроили для ликвидаторов аварии на ЧС, на деньги МАГАТЭ. Скажу, что думает федерация по этому поводу, потому что понятно, что есть у них никакие. Значит, пациенты у нас там лечатся. Лечатся. Я так понимаю, что когда речь шла о неких обследованиях, то есть это вот такой вариант. Этими путевками вас снабжает федеральная организация, называется Фонд социального страхования. И то есть мы этот вопрос поднимали на совещании у вице-губернатора Емельянова Николая Петровича. Да, мы за то, чтобы фонд давал больше путевок. В принципе, они стали давать больше вообще, вот в связи с тем, что Крым у нас есть, поехали ветераны, как бы много ездили, может быть, из сидящих в зале кто-то ездил в Крым. Очень хорошие отзывы. То есть я согласен, что путевок должно быть больше. Но это средства федерального бюджета, а это не как бы мы. Комитет по здравоохранению направляем в санатории после стационара, после инсультов, инфарктов и так далее. Мы покупаем ежегодно путевок, их достаточно. То есть мы обязательно направляем Черная речка, Северная Ривьера, классические наши санатории. Воронцов Аполье, староста, уже 17 лет. Вопрос, когда, я от Аполья говорю, но, наверное, ко мне присоединятся и другие, и Пустомерцев, Алилеев, Нежного, Вистина. Когда у нас будут открыты стоматологические кабинеты в сельских поселениях? Об этом 17 лет я слышу, будет. А нет, ездить сюда затруднительно, люди пожилые, зубами это обращаться часто. Понятно, ставка маленькая, народу там мало, но часть услуг можно сделать платно. Люди пойдут на это. Значит, а сколько вы более отчислений? Ну, в общей сложности 3200 человек считают деревнями. Ну, другие населенные наши 2-3, 5 тысяч, примерно вот так. Когда мы обсуждали этот вопрос неоднократно по кабинету, тут дело не только в том, что там найти, но проблема первая и в площадях для кабинета, даже у вас даже оборудование есть. И насколько я помню, по Аполю принято сейчас решение, что у вас в Аполе строится там центр функциональный, да? Если там будет выделено помещение,
соответствующее требование. Мы обещаем, что мы поставим оборудование и найдем зубного врача, который будет работать не всю неделю. Это я как будто не буду полного рабочего дня. Но это будет, это мы об этом говорим. Чтобы этот вопрос решить, я на прошлой неделе встречался с представителем компании, которая у нас участвует в системе ОМС, зубы лечат. С просьбой просчитать возможность все-таки передвижных стоматологических установок. Чьи говорят о полной изношенности машин. А также больных не могут сразу определить больницу в Кингисеппе. Приемный покой не хочет принимать. Вам говорили, не могут. Бывает, так и возят по нескольку раз. Значит, по поводу автопарка. Ну, второй год автомобили закупаем, в этом году опять. Сколько вы получили? Ну, два. У нас есть четкая потребность, это около 70 автомобилей. Ну, просто мы начали покупать и будем все время покупать, потому что Александр Ильич сказал в последний раз губернатор, когда передавали автомобили, что к следующему году у нас не будет автомобилей сроком возрастом старше 7 лет. Мы к этому обязательно в следующем году придем. Покупали там 77 машин в прошлом году, в этом году 36 машин купили. Еще будем закупать, поэтому автопарк, уже второй, третий год подряд автопарк обновляется. Ясно, что этому процессу нет конца и края. Но в принципе мы парк уже достаточно серьезно уже обновили. Машины опять же как бы ломаются. Скоро определим, какие-то через 4 года ломаются. Поэтому в отношении автопарка здесь все-таки у нас все. Это первый вопрос. Поясним, одна новая машина сейчас ушла в Ивангород. Вот буквально на прошлой неделе. Стала работать в Ивангороде. Я думаю, что вы это можете видеть, приезжая по больнице. Вот купили только что Форд, новый, красивый, да? Форд и у вас. И у вас еще. Действительно сплоченная ситуация. Да. Мне буквально, я пришла сюда, там, совещать, мне буквально остановили, проходит, сказали, вот, посмотри, вот, я вчера с давлением лежала, приехала девушка, она мне ничего не смогла сделать. Вот. Обязательно посмотрим, потому что это для меня. Значит, здесь не виноват вот эта система. Для меня это новость, я еще раз говорю. То есть в системе деньги есть, врачи не виноваты. Но тут кто-то же все равно виноват. Можно я здесь поясню по Ивангороду? Знаете, я всегда всегда говорил, я никогда свой телефон ни от кого не прятал. Не мобильный в том числе. И если есть конкретная жалоба, вот к вам подошла девушка, но уже фамилия Иванова или еще кто-то, пожалуйста, вы мне звоните, говорите, что такая-то, такой-то вызов, кто-то не сделали. Будем разбираться конкретно, почему не сделали. Может быть, лекарство было, а может быть, доктор не счел нужным ввести по медицинским показаниям, а там пациенту показалось, что этого мало. Значит, Ленинградская область один из немногих субъектов, может быть, было 10 нас, кто сформировал бездефицитную программу бесплатного оказания медицинской помощи. Бездефицитную. Вот я как бы бываю в Москве, как бы разговариваю со своими коллегами, там министры они в основном называются. Все как бы в ужасе, тяжело, как бы действительно дефицитная программа, они как-то выживают. У нас программа бездефицитная. Все объемы у нас либо по федеральным, либо выше федеральным. Вся стоимость по всем направлениям выше федеральным. Поэтому, когда я впервые здесь про лекарство, как бы машину, тут меня удивили еще, где-то пробирки какой-то не оказалось. Я не знаю, что мы должны сделать, да, чтобы там пробирки, вернее, я знаю, что сделать-то, но это как бы удивительно. Но там пробирки сразу появились, потому что деньги в системе вот на это есть. Мы вот ушли уже, это из 90-х годов какое-то, нет лекарств, нет там еще чего-то, нет пахилов. Если надо что-то в организации поменять, давайте поменяем. Что сделал комитет для того, чтобы этих врачей взять? Я вам скажу, комитет в этом году договорился с Минздравом. Нам в 3 раза увеличили целевой прием бесплатный в интернатуру и ординатуру. Это очень дорого, это стоит денег. За эти места все бьются территории, потому что нашим детишкам-выпускникам либо платить большие денежки, либо ехать в Котельское сельское поселение, но пройдя бесплатную ординатуру по педиатрии, терапии и по стоматологии. Значит, мест в эту бесплатную ординатуру у нас в 3 раза стало больше, и интернатуру. Поэтому мы сейчас, и мы договорились, если мы не найдем на все эти целевые места,
мы с двух сторон, то есть у нас ректора тоже как бы для нас ищут и своих студентов ориентируют, а мы заключать будем достаточно драконовский договор. Прилюдно мы обсуждаем комиссионно в администрации, кому мы там даем эти квартиры. А все из этих врачей потом остались? Значит, конечно, все остаются. Сейчас уже служебное жилье, там, скажем, с возможностью приватизации. Через 10 лет. Через 10 лет. Поэтому это служит даже ее служебной. Скажу, вы как врач должны понимать, что раньше мы принимали сандимум, потом бакарал, сейчас нам всем шлют по нему. Вот, допустим, я лично по нему принимать не могу, потому что у меня получается тахиокардия, значит, и снижение пульса. А корабль нигде не найти. Ну, надо, наверное, как-то, чтобы все лекарства поступали, а не одно. Во избежание коррупции в наших рядах. То есть мы должны написать ацетилсалициловая кислота. И что там принесут? За 2 копейки вам аспиринчик или аспирин Байер, да? Извините, кто дешевле, тот и победит. Таково федеральное законодательство. Всем оно не нравится, у него есть масса недостатков. Но есть и преимущество, это не дает возможности врачам злоупотреблять. Приедут кто-то заболеет, кто-то нет. И мы вынуждены все время, как бы, а мы уже все закупим. Мы вынуждены, естественно, как-то перебрасывать через районы, еще что-то делать. Да? Вот такова система. Она, конечно, громоздкая. Если говорить в целом о лекарственном обеспечении, что мы сделали, чтобы получше было? Ну, во-первых, зажали, что называется, уже до нельзя в плане ценообразования. Во-вторых, мы для онкологических пациентов на 200 миллионов дополнительно закупаем препараты не вот за счет льготного лекарственного обеспечения, а за счет нашей территориальной, другие деньги дополнительно в систему.